Всем привет! Сегодня у нас с вами вторник. Тренировочка на турниках и отжимания от пола. Погода вообще мерзкая, но вроде май, да? А все какая-то морость. Блин, вообще градуса 2-3, наверное, сейчас на улице. Короче, вообще никакого желания тренироваться нет. Охота пойти домой, просто лечь на диван, лежать на диване, пить горячий чай, кушать печеньки и так далее. Короче, вообще никакого настроя нету. Надо провести тренировку, надо сделать. Сегодня запланировано у нас подтягивание 5 подходов. Это будет на 9 раз, на 7 раз, на 6 раз. И 2 последних подхода на 5 разиков. Ну, как-то надо сегодня сделать. Кровь из носу, так сказать. Но должны сделать тренировочку. Восстановился хорошо, ничего не болит. Никаких болевых ощущений нету. В принципе, самочувствие нормальное. Такое рабочее. Так что будем подтягиваться. И я думаю, все будет нормулик. Так что давайте начинать с разминки, как обычно, покрутим частями тела и потихонечку начнем делать турники. Так, первый подход сделали на 9 раз. Фух, в принципе нормально. Полет нормальный. Вот, так что немножко сейчас мышцы в тонус придут. И будет делать немножко полегче. Программа у меня 30 недель рассчитана, да, на турниках. На 30-й неделе я должен буду подтянуться 26 раз за один подход. В принципе, такая красивая, хорошая цифра. 26 раз. Вот, так что все идет пока что по плану. Ничего не форсируем. Все идет как и должно идти. Все потихонечку. Без каких-то либо дерганий. Все аккуратно, все подконтрольно. Так что первый подход сделали. Давайте. Отдых между подходами, кстати, не забывайте. Там примерно в районе 2 минут. Там больше не надо делать. Вот, так что давайте продолжать тренировку.
Так, середину тренировки на турниках сделали. Сделали 9, 7, 6. Остается 2 подхода на 5 раз. 2 по 5, да. Но, в принципе, сейчас немножко так, немножко расподтягивался. Полегче стало делать. 2 подходика еще сейчас сделаем. И вообще будет все суперски. Погода, конечно, да, если было бы солнышко, было бы делать еще бы легче, бы гораздо. Вот, но так как говорится, да, у природы нет плохой погоды. Ну а что делать? Надо выходить, надо подтягиваться, надо отжиматься. Вот, не сидеть дома, не лежать на диване, а заниматься спортом. Так что вот такие пироги, так сказать, ребятки. Ну что, давайте завершать тренировку на турниках, там 2 подхода доделывать. И надо будет переходить на отжимания от пола. Вот на отжиманиях от пола, я думаю, будет намного интереснее, потому что там, конечно, будут намного серьезнее цифры за количество, за подход, да. Так что будем смотреть. Так, ребятня, ну что, сделали 5 подходов на турнике, 9, 7, 6, 5, 5, так что полет нормальный, давайте приступать к отжиманиям от пола, там намного интереснее сейчас все будет. Отжимания от пола будем делать также 5 подходов, будет 17. 3 подхода на 20 и последний подход на 18. 17, 20, 20, 20, 18. 5 хороших подходиков. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Давайте приступать к первому подходу. Ну что, сделали первый подход на 17 раз. Ну я могу сказать, что пока хорошо идет, без каких-то либо проблем. Вроде как нормулик пошло. Посмотрим, что дальше будет. Дальше 3 подхода на 20 раз. Так что будем смотреть, что там будет на 20 разах. Пока на 17 раз сделал, в принципе, и грудь не так сильно залилась. Обязательно перед каждым подходом протягивайте немножко грудную, потому что она все-таки подзаливается кровью, разбухает. Ну, у меня, правда, разбухать-то нечего, но все равно кости разбухают. Вот надо и кости немножко свои подтянуть. Вот, так что на отжиманиях у меня там что-то записано, 15-недельная программа, должен на 15 неделе выйти на 55 раз за один подход, но я думаю, буду увеличивать там до 100 повторений за тренировку, и это будет вообще суперские результаты. 100 подтягиваний за тренировку, но прям будет просто шикардос. Так что давайте продолжать. Ха-ха-ха.
Чё, сами видели все. В принципе, нормально. Нормально сделали, да, так сказать. Что-то 20 раз уже с трудом дается, там последние разы вообще изжимаешь из себя все, что можно, последние. Фух, 20-е. Но делать легче, чем на той неделе. На той неделе вообще жесть какая-то была, там через силу эти 20 раз выжимала себя. Сегодня делать легче, но все равно тоже грудь подзаливается. Такие. Вот, остается у меня 2 подхода. Еще на 20 раз надо сделать. И на 18 разиков. 2 подходика. Обязательно протягивайте грудную после каждого подхода, потому что она подзаливается. Еще раз повторюсь, надо ее немножко протягивать, чтобы такого быстрого окисления не было. Так что еще 2 подхода, 20-18, идем домой, идем восстанавливаться. Меня спрашивают, что я принимаю после тренировки. Я после тренировки принимаю душ, как говорил Арнольд Шварценеггер. Так что давайте заканчивать тренировку. Погода еще такая, блин, конечно, мерзкая. Но ничего. Надо терпеть, надо делать. И результат не оставит себя ждать. Результат будет. Давайте заканчивать тренировку. Ну что, завершили тренировку. Сделали 10 подходов. Сделали 5 подходов на турнике. 9, 7, 6, 5, 5. И сделали 5 подходов на отжиманиях от брусьях. Ой, от брусьях. Каких брусьях? Отжимания от пола. 17, 20, 20, 20, 18. Короче, отжимания от пола такие трудненькие оказались. Все, ну слава богу, тренировку закончил. Хорошо, что вышел в такую погоду мерзкую, но пошел тренироваться. Поцелуй себя в щечку, так сказать. Ну что, подписывайтесь на канал. Стараюсь для вас. Выкладываю видосы. Пишу, да, под каждым видео, какая программа используется. Может, вы там для себя потом и возьмете, будете тренироваться. Пишите комментарии, по каким программам вы тренируетесь, какие используете. Ставьте лайк видео, поддерживайте канал. Буду показывать, как я иду к своим целям, к своим личным рекордам. Всем счастливо, всем пока.